это мы заехали в горы, там внизу озеро осталось, а мы в горах. Здесь, видите, такая дамба огроменная. Вертолет. Дороги серпантинистые, вон идут по горе. Да-да. Что-то вертолет над нами кружится. Два человека вертолет поднял. Что-то случилось в горах с ними, видите? Быстро так вообще. С этой стороны дамбы такая огромная речка. Тоннель и серпантин в тоннеле. Даже черешня растет. Здесь холодно, здесь градусов 5, наверное. Мы куртки одели. Ну, горы. Такие мелкие букашки люди по сравнению с этой стихией, махиной, с этой природой. Осторожно, Лина. Боже, здесь страшно идти. Здесь реально страшно идти.
Я не знаю, для чего это такие выемки в мосту, то выше, то ниже, но здесь... Да, ребят, зрелище еще то, конечно. Мы были вон на той стороне. Здесь летом пляж. Какие места мы залазим, чтобы делать фотки? Не мы, Алина, а я за ним.